Вот такая классная кормушка в парке. Делают на заказ. Ей уже не один год. О, а вон и белка. Сделали закупку очередную в магазине, купил медовик. Сегодня вечером будем пробовать. Ну что, погнали. Итак, начнем с нашего вот такого вот очень вкусного медовика. Здесь у нас попробуй другие вкусы. Оказывается, есть Наполеон, есть еще десерт мраморный какой-то. От Симоны Сластены. Какая-то такая крафтовая упаковка. В духе Америки 50-х-60-х годов. И здесь у нас медовик. Возьмем Кирухину тарелку и попробуем. Ух ты! Замечательно. Медовик достается легко. Но здесь у нас еще гофрированный картончик, который придавал форму нашему медовику. Мы его сейчас отбросим в сторонку и посмотрим. Большая порция для большого аппетита. Дата изготовления и 2 месяца его можно хранить в этой упаковке, если она не повреждена. Что мы здесь имеем? Жиров 23 грамма, белки 6 грамм, углеводы 36 в 100 граммах продукта. 330 килокалорий. Здесь у нас 50 грамм. То есть, соответственно, у нас здесь 190 килокалорий в этом кусочке. Ну что? Он плотненький. Посмотрим, как он сделан. Сделан он хорошо. Пропитан. Он в меру сухой. И умеренно пропитанный. Ну, я бы даже сказал, что он идеальный. Надо будет попробовать еще от Симона что-нибудь из этих тортиков. Тортик медовик оказался на вкус просто супер. Вот решил попробовать другой. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем оставлять свои комментарии. Удачи!